Добрый день, докладываю дежурный по госпиталю. В 15:00 произошло учебное возгорание в результате короткого замыкания электропроводки в кабинете начальника пневмологического отделения, расположенном на 4-м этаже лечебного корпуса номер 5. Сначала звонок в МЧС, после в Химспас. С этих действий начинается совместная тренировка пожарных и спасателей. Учения прошли в военном госпитале в микрорайоне Планерная. Главная цель – быстро эвакуировать пациентов и персонал больницы. Меньше чем за 10 минут пожарные ликвидировали возгорание, а спасатели вывели из здания больных. Эвакуация, я считаю, прошла на 4 с плюсом. Есть свои недостатки. Мы обязательно подведем итоги, все это дело отметим. Кто где, в какой степени что-то не сработал. Но в целом я считаю, что учение прошло положительно и цель его достигнута. Главное, это не то, как будут действовать больные, потому что они меняются постоянно. Главное, как будет действовать персонал отделения. Если они будут уметь и знать, как действовать, значит, все будет нормально даже в таких чрезвычайных ситуациях. Совместные тренировки пожарных и спасателей проходят ежегодно, всегда в разных больницах. После учебной эвакуации все пациенты и сотрудники больницы вернулись обратно.